Знаешь, Они бога войны могли призывать. Они были очень маленького размера, хитбокс у них был маленький, хрен попадешь. А урон у оружия это неплохой на самом деле. Так что понимаешь, что это вот, нападение эльдаров это было жопа. Раньше вот их прям вот в первую очередь их просто сделали, ну, чисто вот понерфили. Ну они, короче, им балансные были, да нельзя, еще хуже хауситов, да? Вот такая я воющая банша. Сейчас, погоди. О, нихуя, я быстрый. Ох, них. Офигеть. Генс, тебе привет от Юли. Угу, ей тоже. Знаешь, Макс, я начинаю фапать на эльдарок. Потому что смотри. Круто. Класс. О, фига. А, блин, сучара. Ты... Хватит меня стрелять, говно. Мы же сейчас окажем. Если ты меня сейчас убьешь, я не возрождусь. Я такая. Сейчас, подожди, я могу. Нет, не восстанавливаюсь. А, нет, восстанавливает. Иди в жопу. Я сейчас тебя расстреляю. Давай, взламывай. Пиздец, я быстрый. Слышь, ты меня хотя бы подожди. Давай, ближний боец. Блять, Макс, прекрати меня стрелять. Ну давай тогда ты... Слушай, у эльдара вообще оружие само по себе рукопашное, уже имбовое, с двух ударов убиваю тиранида. Мне на бензомече, они... чтобы нужно было убить одного тиранида без прокачки, это 6 ударов. Ну, это все-таки высокоразвитая раса. Жаль, некронов нету. 3 удара только для того, чтобы это надо, ну. Ты сучка. А, я не могу тут это. Прыгать. Говнище не можешь? Слушай, с одного удара рублю гадов. Если усиленным ударом. Подожди, дай этого добью. Нормально. Ложно. Слушай, блядь, эльдарами играть гораздо прикольнее, чем остальными расами, оказывается. Они самые опущенные среди всех остальных, но... Но, видать, хрёно их понерфили. Капец у них... Жнец крутой, а. Я тебе о чём и говорю. Я жив еще в банши, Макс. У него оружие почти не перегревается. Я выпустил 250 патронов, у него оружие не перегрелось, прикинь. Макс, я жив за банши, рукопашным персонажем. Ну? Я же говорю, их походу хуёво понерфили. И поэтому, наверное, за них никто не играет. Запретили разрабы. Так. Так, стой, там это тут. Я вижу. Я побежал, короче, активировать панельку. Ну что, пиздец, я быстрый. Давай, Макс, беги сюда. Так, не стой на траектории выстрела. Это ты, конечно, охуенно придумал. Да блять. Вот так, сучар. Держись. Давай. Так.
Потом надо будет выколку сменить. Да блядь! Беги, Макс. Да вот поздно уже. Не, кстати, норм, чё тут? Эльдарами играть. Ну давай возьмем двух этих риперов. Ну так понимаешь, у него очередь вообще пушку не перегревает. Опа. Возьми и помой. Я не хочу мой посуду с работы. Ну иди к нему подмывайся, кушай готовь. Ну, я так... Пиздец, я апельсин. Рыжий ап, рыжий ап. Слушай, попробуй сделать кувырок. А, у тебя прыжок обычный. А как делать кувырок? У меня он делается обычным пробелом. У меня только вперед. Ну, вот здесь эта хуйня быстро перебивается, на самом деле. У меня есть этот... Слушай, она, по-моему, вообще на тиранидах не действует нормально. Очень медленно их, короче говоря, сжигает. Ну это вроде же как противотанковое оружие. Ну доберемся до этого, если доберемся. Единственное, что она очень легкая, поэтому и стрелять удобно, как с обычной винтовки. Короче, суть есть, это плазмоган космодесанта, только не купленный, а сразу доступный. И этот, который лучом стреляет. Ну, мельта. Ну все. Выкладку смени, ты ж хотел. Как? Тут нельзя. Я не знаю, ты сказал, хочешь как-то выкладку сменить. Сейчас не сможем. Так, пошли, Макс. Здесь только вот тут торчать. Ну ты помнишь, три волны надо это. О, прикрепил, наконец. Макс. Мельта говно. Против маленьких, по крайней мере. Слушай, по-моему, убиваешь быстрее, чем, ну, чисто так, космодесантник. Ну, я тебя про то же. Слушай, я, по-моему, по ним вообще не попадаю, если не ошибаюсь. Не, почему попадаешь? Ух, нихера, я перепрыгиваю через уступы, видел? Да. Я ниндзя, бля. То же самое. Хоба! Жаль, они обратно запрыгивать не могут. Не, блядь. Так, не тупи. Не. Ну, хочешь двух риперов возьмем? Проще, Макс, честно, двух риперов, походу, брать. Не, ну сейчас посмотрим, как она еще на воине работает, потому что воин будет, ну, буквально через чуть-чуть. Да. Если на воине говняно работает, то тогда только риппер. Потому что я противников риппером, сам видишь, просто изничтожаю. 10 осталось говняков. Да, точность этого говна пиздец. Ты по мне не пали, а? Будь добр. Я нажимаю огонь, и у меня только остается убирать куда-нибудь дуло, потому что выстрел... Получается, у меня как? Я нажал огонь, подержал, и все, и вот она сама стреляет. Сзади. Она у меня, знаешь, работает как ядовитая пушка, как будто бы вот я попал, и вот некоторое время она это держит форшмак, короче говоря, из этого херонима. Не, что ты нормально, кстати, эльдорастами играть, что тут? Не, ну я сам удивился, что нормально. Ну, как в принципе я и говорил, они имбовые.
видишь? Очень долгий урон. Да. Хочешь, ты попробуй уничтожить? Вот, это только на одного. И перегревается полностью вся пушка. Может, тиранит, он не космодесантник? Космодесантник как-то лучше жарится. А, у нее еще и дальность пиздец. Я вон тех чуваков уже не достаю, которые сзади. Двигайся. Вот обычный пистолет с ножом, который у меня есть, вот он работает гораздо даже лучше сзади тебя, Макс. Да у меня патронов почти нету. Другой ящик нужен. Тот закончился. Наверху. Перед выходом. Я с ножа, блядь, убиваю быстрее, чем со своими таганом. Не, ну видишь, может против воина хорошо действует. Будем надеяться, иначе нахуй я умею. Единственное, в чем польза вот этого Эльдара, они пиздец быстрые, Макс. Ну, то есть я могу от толпы тупо убежать. Блять, Макс. Не стой, пожалуйста, перед лицом опасности. То есть передо мной. Блин, боеприпасы кончились совсем. Вот ящик. Я же говорю, ножом я убиваю быстрее. Ну и бегать с ножом. Тогда лучше Банша. Либо Варлок. Ага, а Банши очень легко справиться с воином, да? Хрен его знает. Я же говорю, она с трех ударов обычным оружием убивает этого. Так, ну воин будет, по-моему, чуть дальше, если не ошибаюсь. А, блядь, вот здесь их дохуя, Макс. Вернись назад. Стреляй сразу. Иди в камеру. Товарищ начальник, ну что вы сразу в камеру, в камеру? Я же ничего не сделал. Колька сам себя на шило посадил. Ты чё, начальник? Не вешай на меня висяк лишний. Десять тысяч лет, Макс, женщин не видеть. Хоть я и сам женщина. И мне еще сроку добавить хочешь? А, ну ты ж этот у нас, как его? Иллидан. Я не видел женщин 10 тысяч лет. Так, ну здесь надо вниз. Давай вниз. Прямо за тобой. Ну ладно. А тут, кстати, вроде воины будут. Нет, не сюда. Дальше. Отсюда надо будет потом возвращаться. Ну это, если мы дойдем до этого момента. В чем неоспоримая польза эльдаров, они очень быстро перемещаются даже по говну. Ну не скажу, у меня достаточно медленно. Ну, мой персонаж достаточно быстро. Ну я-то пулеметчик, не забывай. Блять, Макс. Сзади. Вставай, говно. Ладно, пошли искать цель. Точнее, побежали, Макс. А там он, когда напрямую окажется, если чё, шагу закроем. Беги! Шахтуй! Макс, закрывай нахуй! Пиздец, закрыл! Не, она вообще на него не действует. Значит, берем двух риперов. Не, я еще Варлока возьму, попробую, а потом уже риперов. Штикру, увольняйся, если травлю. Я не дам, твою мать! Ты первым будешь идти в бой. Я могу сглазить. Ты пойдешь в атаку первым. Давай, ты вот этих, я вот этих буду. Блин, вот как ты пропустил?
Все, разобрались, видать, вроде бы. Нет, там еще один. Сейчас я его. Готов. Давай, мочи козлов. Давай, забегай. О! У меня есть обновитель какой-то. Типа лечения. Да. При этом на левую кнопку мыши, если я нажимаю. Круто. Ну, у него, короче говоря, заряд 100, и он бесконечный. Из глаз Гинс, это, походу, там. Урон уменьшает. Так, Гинс, уйди, а, с линии атаки. Или ты хочешь в бой пойти? Я в этот раз повоюю чуть-чуть. Теперь я более удобная боевая единица, Макс. Гораздо более удобная. Слушай, если качать этому чуваку броню, ножик помощнее, я буду вообще конкретно неубиваемый. Чё, он имба? Да пиздец, Макс, я... Только что не дал тебе проходу ни одного этого. Ни одну мелочь пузатую, короче говоря. Давай, иди там, убивай мелочь пузатую. Да, ко мне, маленький мой. Папочка будет вас крошить, убивать. Нет, папочка убегает. Fuck you! Беги сюда, если что. Блять. Ай. Сраный фикс прицела. Да. Сейчас, Макс, тебе придет куча народу. Я вижу. И я ползу потихо. Ползи. Может, не успею. А может, успею. Хотя, если ты подойдешь, будь гораздо быстрее. Не успел. Бывает. Камера подвела. У меня, короче, зафиксировался на одном... Тираниде прицел. Я, короче говоря, ничего не смог с этим сделать. Так. Ну. Ну, я появлюсь только когда ты одолеешь его, ну. Я знаю. Да ладно, отстреляюсь как-нибудь. Есть еще идея такая, Макс. Когда доберемся до воина, я попробую наложить на него с глаз и бегать вокруг него, если получится, конечно. Ну а ты, ну, соответственно, попробуй ему урок какой-то нанести. Потому что с глаз, по идее, своей наносит повышенный урон противнику. Но, по крайней мере, пока я его удерживаю. То есть тебе нужно долбать. Я не могу его атаковать. Я тебя понял. Фир, раунд у тебя взлетел в потолок. Ты смотри, как я их пачками выкашиваю. Я вижу, ты же рипер. Жнец. Смертонец. Ну. И вот скажи мне, как Эльдары, сука, проебывают все войны, и в первую очередь свою войну, если они могут так неплохо нагибать? Не знаю. Вообще, как они проебывают в открытую, блять? Предпочитая скрываться в пенях, там обманывать. Тут, как говорится, вышло пара рипер. Их мало осталось. Скорее всего, где-то застрял один. Это, я помню, что сказал, как карта говняная. Дин, ты меня хоть предупреждай, если... Его не было заеби, знаете, вообще никак. Видать, камера, если у меня определенным образом повернута, я не могу видеть у тебя за спиной, потому что я смотрел на то место. Сзади. Ты сколько урона им наносишь? Много. Овер до хуя, я бы сказал. Ну я тебе говорю, я их выкашиваю пачками, а у него еще 500 патронов. 500? Напоминаю, у десантника 300. Все, беги. Ну я же говорю, имбовые какие-то они. Ну. И смотри, это если я тиранидов выкашиваю просто сам,
в рукопашной более-менее. Типа, ты их пачками там вносишь. Ну, то представь, какой на поле боя в реальном бою был пиздец. Я, правда, не до сих пор не играл, но черт, я жалею об этом. Жаль, да? Да, но у меня, правда, тогда комп был слабый. Вряд ли бы я что-то сделал. Ну да. А, да. Блин, блин, Гинс, я хотел водички попить. А, ну ты стой назад. Если что, подлечу. Да ладно. Ты мой живой щит. Лечи тогда. Лечу. Я твоя мерси, скажи мне спасибо. Все. Ну, в принципе, неплохо. Да, сейчас, погоди, я водички попью все-таки. Окей. Лапка. Ты чё, чувствуешь? Пошли. Джонима! Так. Не туда. Я предлагаю сначала здесь отстрелять тех, кто вылезут сейчас. Теперь можно. Давай тогда, рубаем. Легко, блядь, сказать. Ты где? Я вот перед тобой. Ты где? В говне? Да по самую шею. О, я тебя вижу. Нашел, блядь, наконец. Да ёбаный свет, чё ж ты меня-то бьёшь? У тебя вон свежий, жирный. Макс. На-на. Чуть ещё, чуть-чуть и добил бы. Так, ну чё, пробуем? Так. Кого пробуем? Залазь. Так, ну, где ты, мой маленький? Мне бы тогда патроны бы обновить. Вот он. Беги. Беги. Не действует. Почему? Ты снял ему неплохо. Ну тогда давай ко мне. Блять, иди сюда, сучара. Беги в шлюз. Да блять, уйди с дороги, твою дивизию. Дай мне спасти. Давай. Свою шкуру. Я его задержал. Я его задержал. Погоди. Все, я умер. Охеренно ты, Максим, задержал его и меня задержал. Всех задержал. Поздун. Че, говоришь нормально, да, ему вынес? Ну да, на самом деле ты снял ему-то неплохо первую секунду. Потом, правда, тебе пиздюли начали вламывать. У Банши урона чуть больше. Ну, бери Банши в следующий раз. У нее нет обновителя. Надо просто этому меч покруче взять. Эх, прервалась бы комбуха быстрее, цены бы не было. В принципе, если быстро переключаться. Получил по ебалу молотком. Ух, это я зря сюда зашел. Давай. Фу. Так, ты как там, нормально, живой? Если что, так, иди сюда. Нам надо на Б бежать, Макс. Побежали. Беги. Отстреливайся как-нибудь. Сейчас,
патроны еще обновлю заодно. Давай. А, меня насилуют! Блять! Блин, меня зарезали. Хуя себе. Не, ну их там было слишком много просто.